Привет, дорогие мои рукодельницы! Вот только как полчаса назад я закончила эту вышивку. Очень классно получилось. Называется она «Клеопатра и лев». Это не полная зашивка. На нее пошло у меня 19 328, если не ошибаюсь, бисеринок. Использовалось 15 цветов. Бисер я подбирала сама. Очень мне хотелось вышить что-то наподобие, и наконец-то я нашла ту схему, которую очень хотела. Жду ваших комментариев. Может, кто-то вышивал? Прошу поделиться фотографиями. Очень интересно, как у вас получилось. Формат вышивки А3. Очень классно. Завтра понесу в багетную для оформления в рамку.